Здравствуйте, в эфире программа «События», я Буреев Артур. Даже просто поздороваться перед камерой – задача не из легких. Ведущий говорун, как та самая птица, должен отличаться умом и сообразительностью, а также хорошей реакцией, без нее в прямом эфире не обойтись. К такому выводу пришли школьники. Да и умение выкручиваться из самых сложных ситуаций – еще одно обязательное качество настоящего журналиста. К примеру, вопрос, почему редакция телеканала находится так высоко, едва не поставил в тупик будущих коллег. А как думаешь, почему на 17 этаже? Ну, так легче снимать. Ну, наверное, потому что связь более, ну, лучше. Я думаю, так. Ну, может, отделиться от людей, как бы, чтобы не мешало ничего работать, там, к примеру, машины. Наверное, потому что здесь спутник хорошо ловит. Но это мое предположение. У каждого из этих ребят свои мечты. Кто-то хочет стать прокурором, кому-то интересно инженерное дело, есть даже будущие рестораторы. Но каждому хочется увидеть изнанку телевидения. В съемочные павильоны и ньюсрумы ГИСа подрастающее поколение заходит нередко. Абитуриенты по профильным специальностям, слушатели курсов по журналистике, без практики им никуда. Ведь волшебный мир телевидения, красивый для зрителя, создать не так просто. Для них здесь за час, вот, проведенный в телекомпании, обрушивается, можно сказать, лавина информации, совершенно новая, и терминология новая, и вот восприятие вообще новое, потому что они привыкли видеть картинку в телевизоре, где все красиво. Вот. А как вот эта красота делается, для них вот сначала они просто несколько, вот, наверное, просто ошарашены. Тишина, все. Здравствуйте, в эфире программа «События», и с вами Наталина Татьяна. Анастасия Зубарева, Максим Гусев. События.